Очень хорошим удобрением для картофеля является калий. Лучшим калийным удобрением для него будет калий сернокислый. Чтобы сделать его еще более активным для картофеля, мы используем очень простой рецепт. На ведро опилок мы берем пол литра сернокислого калия и растворяем его в 5 литрах воды. Потом этим раствором мы заливаем наше ведро с опилками, где уже опилок до краев, и даем им впитаться, промокнуть хорошенько примерно в течение суток. Потом избыток раствора мы сливаем, а опилки в таком полусыром состоянии мы вносим по горсточке, не больше, под картофель и окучиваем его. Это дает большую прибавку урожая, так как картофель очень отзывчив на калийные удобрения. И как раз сейчас самое время для окучки картофеля и подкормки калием.